предположить по топографии. 800 метров, ни хрена себе. Давай. Часом бывает. Ладно, пойдем. Slow down, brother. Смотри, прикол. Сейчас полетает. Что? Двойной груз? Не получился. Нет, одинарный. Нет, один только взорвался. Я говорю, одинарный. О, бегут, бегут. Может, опять с моста будут падать? Классно же. Голову срубил. Нормально. Я им голову свернул, потому что испачкался в их фекалиях. Ладненько, давайте сюда, парни. Они на мосту? Не, нифига. Она говорит, не надо. Вот урод, ненавижу этих плеонов. Ой, он голову разбил об угол этого контейнера. Вон он упал. Бам! Она. Голову разбила. Ну, у нас есть карты в нижнем виде. Сейчас опять отправлю его в полет. Не впечатлило. Да у тебя вообще такого нет. Ходишь, что ты умничаешь. Жух. Бежим до точки. Ой, я что-то этих зомбей убиваю. Я их попутал. Там брам-бам-бам. Кого спасти еще можно? Люди! Стой, гад, догони, хуже будет! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а-
духом да под соусом поджарю сам фарш. Это что было сейчас? А это вспомнилось. Угу. Детские песни, что ли? Клевое, клевое детство с такими-то песнями. Что, неплохая песня? По машинам, конечно, круто прыгать. Да, молодец. Упал. Нам нужно... Как это называется машинка? С огромными такими колесами. А, Бигфут, что ли? Да. Гигантер. Ты что, на мосту всего не убивал? Нет, я вообще никого сейчас не убиваю. Мало здесь, может быть, толпы. Я так и знал, что ты здесь метку установил. Встал на большое здание. Я на первое большое здание установил. Это брошенная квартира. Штаб Раиса. Главного злодея игры. Антагониста. Ну да, логика железная. Ко мне тоже они пришли. Так, ну ладно, давай здесь тогда искать. Правильно. Один сдох, занимай место. Мертвый. О, блин, почему я это не заснял? Куда еще пойдем? Я не знаю. Я туда. Да, только не за 800 метров. А, окей, за 1000. Остряк. Вам. Куда это дать? Куда? Давай. Может, магазин какой-нибудь есть? Мы там были, по-моему, вчера. А, да, я понял, что это за место. Карантинная зона, блин. Все повзрывалось. О, бегунов сколько набежало.
всех разрубил. Карантинная зона обычно лентой обнесена, там карантин написан. Ну ты видел. С разбегу толкнул вот этим, как он называется-то, таран. Когда спринтишь, короче, нажимаешь на Е, руки крест-накрест делаешь, как бы таранишь тело. Короче, протаранил на тачке, это кровавые следы остались. Он, в общем, тазобедренную кость себе сломал, зомбак. Это клёво выглядел, ну как забавно, прикольно и смешно. Отойди, бочка там, блин! Ё-моё, ты, я не знаю, сейчас бы сдох нахрен. Почему я тебя всегда еще не собираю? Да я б тебя сейчас это... Ой, она умерла. Ладно. Здесь опять эти полицейские фургоны, причем открытые. Сейчас позовем вдвойне. Убегай, быстро убегай! Мега взрыв! Ты рядом. Слушай, давай-ка проверим. Рядом встань. Вон там, где бочки. Давай сам не сунись. О! Что же пора взорвется? Две бочки взорвалось. Да, а там три было. А ты такой, я не впечатлен. Три было. Одна бочка, один баллон, еще длинный баллон. И вон тебя зомби жрут там. Вообще крутяк. Блин, классная игра. Да мы здесь ее не найдем, надо спросить, может, у этого у Женьки. Здесь есть этот, как его, продавец.